Во-первых, необходимо спросить себя, а богаты ли вы? Амбиции приведут вас туда, где имеют дело с деньгами. Например, банк. Большой банк. Воспринимайте их как сказки, ставшие реальностью. Я не понимаю, как все это сойдет им с рук. Они утопили Джо и еще 20 невинных человек, а другие заработали. Я к тому, что проблема в страховой компании. Ну, и что же нам теперь делать? Я хотел всего лишь чуть сэкономить. Это афера, которая простирается от Хьюстона до Вест-Индии, до черт его знает, какого-то банка. Они не понесут наказания. Это плохо. Плохо. Широкое значение для маленького слова. I'm gonna get your back. Gonna go out on the tower. Get your back. Так как же работает этот мир? Взятки, коррупция, отмывание денег, миллионы, миллионы долларов. Кто-то должен забить тревогу. Где мои деньги? Чаще всего понятия не имеем.